Жители Баку вышли на улицы. Они празднуют освобождение города Шуша в Нагорном Карабахе. Об освобождении города объявил президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев, обращаясь к нации. Дорогие соотечественники, дорогие братья и сестры, с чувством безграничной гордости заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации. Шуша наша, Карабах наш. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Сердечно поздравляю всех шушинцев. Президент Алиев вновь подчеркнул: если не будут выполнены требования Азербайджана и войска Армении не покинут земли Нагорного Карабаха, он пойдет до конца. И никакая сила не остановит Азербайджан в борьбе за освобождение своих земель. Также азербайджанский лидер упомянул о важности восстановления оскверненных мечетей, находящихся на территории Карабаха. Теперь мы вернули город Шуша, все наши исторические памятники, все наши мечети мы будем восстанавливать. Вновь через 28 лет в городе Шуша будет слышен звук азана. Армения, в свою очередь, отрицает информацию о взятии ключевого города Шуша, который является важным опорным пунктом линии обороны в Нагорном Карабахе, заявляя о том, что военные все еще продолжают контролировать город. Так, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Аванесян сообщил: «В Шуше идут тяжелые и решительные бои», а позже написал и в Facebook: «Бои в Шуши продолжаются, ждите и верьте нашей армии». Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган верит президенту Алиеву и уже поздравил народ Азербайджана с освобождением от армянской оккупации города Шуша, выступая на воскресном конгрессе представительства правящей партии справедливости и развития по провинции Каджаили. Освобождение Шуши – символ скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю собратьев с этой значимой победой. Шуша – культурно-исторический город. Здесь проживали 24 тысячи человек. Город был оккупирован в 1992 году. Военный конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября 2020 года. Азербайджанское командование назвало открытие огня его военными контрнаступлением, заявив, что речь идет об ответе на провокацию со стороны армянских сил. Обе страны объявили о военном положении. Заключенные трижды соглашения о гуманитарном перемирии не продержались и суток. В ходе боев используются дроны, артиллерия, тяжелая техника и ракетные комплексы. По обе стороны фронта под обстрелы попадают мирные жители. Франция, Россия и США, а также генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвали стороны прекратить огонь. Турция заявила о полной поддержке Азербайджана в конфликте. Нагорный Карабах вместе с близлежащими 7 районами Азербайджана был захвачен Арменией в начале 90-х годов. Эти территории официально признаны Советом Безопасности ООН оккупированными. Если есть темы и события, которые вы считаете, что нужно осветить, напишите нам news@alif.tv.